Полагаю, что это неизбежно. Повторение Сирии, судьбы других стран, где проблемы рынка, а иначе я их назвать не могу, они проблемы там демократии, политики, проблемы рынка, сбыта оружия. Соединенные Штаты решали исключительно этим самым оружием. Сирия – это то самое место, где схлестнулись два мощнейших производителя оружия – Россия и Соединенные Штаты. Ну, тоже можно, наверное, в кавычках взять, потому что там еще, так сказать, какие-то есть другие моменты. Но это главное. Сирия для нас был прекрасным рынком, была прекрасным рынком для того, чтобы торговать с ней своим никому больше ненужным оружием. Потому что, как известно, там наши танки, наши там самолеты и так далее мало кто берет. Вот если мы лишимся этого рынка, то огромный урон бюджету, прежде всего, будет нанесен. Поэтому, как ни странно, вот в этой страшной войне, где погибли уже десятки и десятки, десятки, и еще будут гибнуть людей в Сирии, нас как страну может интересовать только в той степени, то есть нормальных людей интересует то, что там гибнут люди, это надо каким-то образом прекратить. Государство наше интересует только одно – это потеря рынка сбыта оружия. И этого вряд ли мы допустим. Во всяком случае, мы делаем все, чтобы этого не произошло. И как ни странно, тут страна и государство находятся в глубокой связке. Большое количество людей в этом смысле, я думаю, выйдут на демонстрации, если их вдруг позовут, руки прочь там от Сирии, не понимая вот этих глубинных и серьезных каких-то моментов.